Всем привет, с вами Сильвия, рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодня я снимаю свою тренировку, да, столь запрашиваемое видео на моем канале. И чтобы сделать его более полезным, я подумала, что не просто покажу вам упражнения, которые я выполняю каждый день, а призову вас провести эту тренировку вместе со мной. Да, прямо сейчас расстилайте коврик, берите в руки гантельки или бутылки с водой и начинайте тренироваться вместе со мной. Ну, одним словом, не ищите отговорок, разве что у вас действительно очень важные дела, тогда просто поставьте это видео на паузу и вернитесь к нему тогда, когда вы будете готовы потренироваться. Также в этом видео я буду использовать вот такие вот утяжелители на ноги. Я их привезла с собой из Еревана. И да, я покажу вариации упражнений, так что если у вас нет таких утяжелителей, то можно будет выполнить эти же упражнения с гантельками или с бутылками для воды. Одним словом, никаких отговорок. Начинайте тренироваться прямо сейчас, прямо в эту же минуту. И да, упражнения будут очень легкими, так что, а если вы ожидаете увидеть какие-то специфические, супер-пупер сложные упражнения, нацеленные на конкретную проработку одной мышцы, скорее всего, это видео не для вас. Оно больше рассчитано для новичков, потому что с недавних пор я поняла, что нечего усложнять себе жизнь. Можно делать простые упражнения и достигать хороших результатов. Так что, поехали! И начнем с так называемой разминки. Просто растянем наши ножки, внутреннюю поверхность бедра и квадрицепс. Следим за тем, чтобы почувствовать натяжение. Вообще во всех упражнениях вы должны чувствовать свое тело. Тогда можно будет выполнить гораздо меньше подходов и результат будет гораздо лучше. Теперь растянем квадрицепс. Для этого просто притянем ножку к попе, ничего сверхъестественного. Главное притянуть ножку к середине, но ни в коем случае не выводить ее за попу, чтобы избежать ненужных травм. Теперь все упражнения, которые вы видите, я буду делать 20 раз. Вам нет никакой необходимости считать, я буду это делать за вас и скажу вам, когда все, стоп, закончили. Это упражнение, ну, очень простое, и оно отлично прорабатывает внутреннюю поверхность бедра. Нам нужно взять в руки что-нибудь тяжеленькое, расставить ножки пошире и начать приседать. Следите за тем, чтобы колени не выходили за носки и чтобы колени не заходили внутрь и не расходились в стороны. Так мы избежим опять-таки ненужных травм. Приседаем поглубже. Как видите, я девочка не особо гибкая, так что приседаю и не очень-то глубоко. Если у вас получается приседать глубже, тогда дерзайте. На последнем подходе я начинаю делать вот такие вот пульсирующие движения и чувствую, как у меня начинают гореть ноги. Отличный способ. Переходим к следующему упражнению. Становимся ровненько, берем в руки гантельки и начинаем делать, скажем так, выпады ног в сторону. Я обычно делаю это упражнение с утяжелителями, поэтому заметна некоторая неловкость. А сейчас я показываю вариацию с гантелями. С гантелями сложнее, потому что нужно сосредоточиться на том, чтобы вес гантели падал именно на ноги, а не оставался в руках. За счет этого упражнения прорабатываются вот эти самые ненавистные ушки, попа становится круглее и ямки на попе становятся менее заметными. Все, сделали 20 раз, переходим к следующему упражнению. Становимся на колени и будем делать так называемые выпады. В принципе, здесь все называется выпады, но да, вы видите, что я делаю. Поднимаем ноги вверх. Вариация с гантелькой. Зажимаем гантельку и делаем то же самое. То есть смотрите, что у вас есть под рукой. Либо утяжелители, либо гантельки, либо бутылки с водой. Главное работать, работать, работать. Следите за тем, чтобы спина была прямой, не надо прогибаться, делать искусственный изгиб в попе, потому что это может повредить позвоночнику. И в этом упражнении, точно так же, как и во всех других, на последнем подходе я буду делать пульсирующие движения, чтобы по максимуму проработать ягодичные мышцы. Знаете, от этого они просто потом начинают гореть, вот прям реально гореть. Немного разомну спинку, растяну и перейду ко второй ноге. То же самое, 20 раз, поехали. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Концентрируйтесь на попе. Не выполняйте упражнения просто ради количества. Во время каждого упражнения, во время каждого подхода вы должны чувствовать определенные мышцы в вашем теле. Поверьте, так упражнение будет в разы эффективнее.
Так что концентрируемся на нашей попе. И последний подход. Сейчас будем делать пульсирующие движения. 20 пульсирующих движений, чтобы добить ягодичные мышцы. Готово. Разомнули слегка спинку. Элемент позаимствован из йоги. Ну а теперь переходим к следующему упражнению. Облокачиваемся на локоть. Нижнюю ногу сгибаем в колени, так просто проще. И начинаем поднимать ноги кверху. Я это упражнение помню еще с времен, когда я смотрела тренировку Синди Кроуфорд. А вот и вариация с гантелькой. В принципе, ничего сложного нет. Поднимаем, поднимаем, поднимаем. Тоже 20 раз. Не обращайте внимания на лицо. Ну а теперь делаем последний подход. 20 пульсирующих движений. У меня лицо такое сосредоточенное, потому что я просто сейчас считаю. Переворачиваемся на другую сторону и начинаем заново. 20 подъемов, последний подход с пульсирующими движениями. Советую делать усилия именно на выдохе. То есть то, что вам дается сложнее всего, делаем во время выдоха. Вдохнули, расслабились, выдох, напряжение. Последний подход – пульсирующее движение. Далее упражнение, которое, думаю, известно всем. Мостик. Мостик можно выполнять несколькими способами. Если поставить ножки близко, то будут работать квадрицепсы. Я этого не хочу, потому что в свое время я их слегка перекачала. Поэтому я расставляю ножки пошире. И за счет этого у меня начинают работать именно ягодичные мышцы. Поднимаем попку повыше. И чтобы этого добиться, достаточно сделать так, чтобы ваши руки прикасались к вашим пяткам. Ну или, по крайней мере, приблизить их к пяткам. Так мостик будет получаться более высоким, и попу можно будет сжимать сильнее. То есть она будет прорабатываться лучше. Осталось совсем чуть-чуть. Сжимаем ягодицы. И все. Переходим к следующему упражнению, на этот раз последнему и довольно-таки смешному. Уже не помню, у кого я видела это упражнение, но оно для меня стало просто палочкой-выручалочкой, потому что заменило эти ненавистные выпады. Я даже не знаю, как назвать это упражнение. Одним словом, мы ходим. Ходим, держа в руках гантельки, и все усилие, все внимание сосредотачивая на попе. Ходите за счет попы. Вот. Когда вы сделаете это упражнение правильно, вы поймете, о чем я говорю. Все прорабатывается просто идеально. Все начинает просто гореть. Так что ходим за счет ягодиц. Тоже можно пройтись 20 раз, можно пройтись чуть больше. Я в этот раз не считала, и вы уже смотрите сами, как вам будет комфортнее. Ну что ж, девочки, выполняйте эти упражнения по кругу еще 2-3 раза, в зависимости от того, сколько у вас осталось сил, и вы почувствуете, как горят ваши ноги и попа. И кое-что, что я должна была сказать вначале. Я не профессиональный тренер, поэтому оставляю за собой право на ошибку. И думаю, что у некоторых из вас возникли вопросы, что у меня с ребрами. Девочки, они у меня сломаны. Я об этом говорила как-то в одном из своих видео. Я в детстве упала, и мои ребра срослись неправильно, потому что тогда хирурги этого не заметили. Рентген ничего не показал. Я к тому, что сейчас у меня есть вариант либо лечь под нож хирурга и удалить себе ребра только ради эстетики, либо продолжать себе спокойно жить вот с такими вот неправильно сросшимися ребрами. И я выбираю второй вариант, по крайней мере сейчас, потому что идти удалять ребра, учитывая, к каким осложнениям это может привести, только ради того, чтобы более или менее прилично выглядеть в таком вот состоянии, ну это не мое. Знаете, я не хочу пока что этого делать, и может быть не захочу это делать вообще никогда. Я к тому, что если у вас есть какие-то комплексы, если есть что-то такое, с чем вы, по идее, должны были бы бороться, но вы не хотите, делайте так, как вам комфортно. И поверьте, немногие будут обращать на это внимание. Я уверена, что не все из вас заметили, по крайней мере, не в этом видео, но до этого, на протяжении 3 лет существования моего канала, что у меня сломаны ребра.
Многие ли? Думаю, что нет, потому что я отдаю предпочтение работе над другими частями своего тела, где я могу достичь хорошего результата, например, я тренирую попу, пресс, руки и прочее. Ладно, не буду долго говорить на эту тему, поставьте пальчики вверх этому видео, если оно вам понравилось, мне будет приятно, подписывайтесь на мой канал, напишите в комментариях, нравится ли вам такого рода видео и хотите ли вы круговую тренировку на все тело. В принципе, все, мы скоро увидимся, заходите ко мне в Инстаграм, пока-пока!